Здесь жизни нет. Там жизни нет. Почему, а? Зачем они с нами дерутся? Потому что мы чужие, да? Они что, свои, что ли? Зачем с тобой дерутся? Ты же ведь свой. Мона, это Москва. Здесь все чужие. Тебя что, свои со своими не дерутся? Дерутся еще как. Почему? Потому что люди лезут драться не из-за того, что кто-то кому-то не нравится, а из-за того, что жизнь хреновая. Да я же к ним не лезу драться. Значит, классная у тебя житуха, Мон. Как сказать, там совсем плохо было, там работы нет, здесь есть работа. А ты зачем сюда приехал? У тебя что, работы там не было, да? Да нет, была, почему? Очень даже приличная. Зачем тогда приехал? Не понимаю. Не знаю. Чтобы оттуда уехать. Чем-то провинился, да? Да не знаю. Как не знаешь? Должен знать. Вот так, 2 года уже не знаю, мам. Понимаешь? Нет, может быть, по-русски плохо это вот. Вот. Тебе хорошо, ты русский. Да. Чем же мне хорошо? На. Наша девочка золотая. Вот так наше солнышко. Машенька наша дорогая, да? А сейчас бабушка на головку польет. Мамушка, осторожно, вот в ушки не залей. Ой, в ушки не залей, учить она меня будет. Ты знаешь, Виталика своего учи, дорогая. Мам. Что, мам-то? Ой, я еще Виталику даже не говорила про Машку. Ну, а что темнишь-то? Надо сказать. Ой. Парень вроде хороший, тебя любит. А раз тебя любит, так и дочку признает. А не признает, на кой он такой сдался, да? Отец, открой! Мы Машу купаем. Кого там черт принес? Полон дом народу, открыть некому. Гусев Алексей Александрович здесь проживает? Нет. А где? Откуда я знаю? Как это вы не знаете? Вы ему кем приходитесь? Ну, отец, ну и что? Повестка ему, военкомат под роспись. Тогда вы расписывайтесь, раз его нет. О чем я буду расписываться? Вы что, не понимаете, что его 3 года уже в городе нет? А вы все ходите, ходите. Да так и будем ходить, пока он не выпишется. А так получается, в бегах ваш парень, понятно? Я же вам объясню. Расписывайтесь. Мое какое дело? Мне главное повестку вручить. А там знаете что? Разбирайтесь сами. Слышь? Лёшке опять повестку принесли из военкомата. Ну и что я делать должна? Откуда я знаю? Сообщи ему, чтобы он разобрался своими делами. А как я ему сообщу? Адреса он своего не дает. Звонит раз в полгода. Вот позвонит и сообщу. А ты дверь закрыл там, а то ребенка нам простудишь. Человек рождается из грязи. Некоторое время барахтается в грязи. И грязь же и уходит. О, Шиллер. Нет, надо посмотреть. Леха! Ты! Жорка! Здорово! Ну ты как?
смотрю, ты одичал. Слегонца в столице нашей родины. Ну да, зато ты, смотри, цветешь и пахнешь. Ладно, пошли, а то мне стоять нельзя. Давай помогай. Давай. Вести из дома есть? Ты о чем? Ну как о чем? Мне эта авария каждую ночь снится. Мне за нее вся жизнь наперекосяк. А я смотрю, ты не знаешь ничего. Откуда мне знать-то? Я даже родителям ничего не объяснил. Они думают, что я от армии прячусь. У меня же давно белый билет. Это как ты умудрился? Да, помогли одни ребята. Ты голова иногда кружится. Да голова на месте. Ты всегда везунчик. Ты, Леха, короче, по поводу аварии не парься. Там все рассосалось. Ты Артуру помнишь? Ну, помню, конечно. Знаешь, кем у него отец оказался? Ну. Полковником милиции. В общем, там все быстро замяли. Угу. Только вот Вовка за всех за нас отдувается. Посадили. Да поставили. Конечно, посадили. И давно это все рассосалось? Ну, где-то через месяц уже. Что ж получается, я... Так а ты-то еще не вернулся? А нафига? А что, больной? Раз уж меня жизнь позад коленом в Москву затолкала. Чего возвращаться-то? А ты что такой грустный? Да загрусти что-то. Да я понять не могу. Я несколько раз домой матери звоню. Почему она мне ничего не сказала? Я же тебе говорю, там замяли все. А чем конкретно замяли? Это вот только Олег там через своих знакомых ментов разведал. Ладно. Хорош гнить. Давай завтра встретимся. Где? Поговорим. У меня в ресторане. И здесь ресторан устроился. Ну, не совсем. Гостиница. Проспект Люкс, знаешь? У нас там ресторанов море. Давай завтра, часиков два. Могешь? Ну, да. Давай. Давай. Только я тебя прошу, ты приоденься. Соответственно. Садись. Я уже не помню, когда за такой стол садился. А ты вспоминай. Вспоминай. А что, нравится? Обстановочка. Давай, за встречу. Как же я рад тебя видеть. Угу. Ну что? Ты уже придумал, что теперь делать будешь? Как что? Домой поеду, естественно. Почему естественно? Там-то что делать? Опять Борю кормить? Какая разница, кого? Знаешь, что самое обидное? У моего отца брат есть. Но они, правда, с ним не общаются лет 100 уже. Но он богатый, говорят, офигенно. А он где живет? В Москве? Не. В каком-то маленьком городишке, я даже название не помню. У него там целая фабрика. Не, Лех, отхилый вариант. Здесь цепляться надо. Сейчас здесь все возможности. И здесь перспективы. Ну уж, я за 2 года этих перспектив во как наелся. А ты не в той Москве был. Леха, помойки, знаешь, везде есть. Тебе здесь нравится? Неплохо. Хочешь, я с начальством перетру, чтобы тебя взяли? Кем? Кем? Как я. Бабой. Че такое? Ну, понты буржуйские. Багаж принести, унести. Здрасте, пожалуйста, проходите. Нет уж, спасибо. Я и так грузчиком работаю. Там, наверное, не платят совсем. Я не понял. Ты что, в своем ресторане много получал, что ли? Нет, там зарплата вообще принципиального значения не имела. Ну, так и здесь то же самое. Чемоданчик поднес, 1-2 бакса сунули. После смены поделился с кем надо. И понеслась. Чего молчишь? М? Поговори. И поговорю. Главное в Москве зацепиться. А там с твоими способностями сориентируешься. Я вот уже
Вместо официанта жду. Надо, правда, английский подучиться. Но остальное ты знаешь, опыт есть. Я тебе еще раз говорю, здесь все возможности, Леха. Здесь перспективы. Горячий заказывать будете? Да, Калин. Угу. Через пару минут подойдешь? Хорошо. Слушай, здесь же цены запредельные. Это Москва, Леха. Москва. Слышь, мужики, а мне вчера дед смешной попался. Я ему такой сундук припер, вообще не поднять. Никак не мог понять, чем он его набил, что такой тяжелый. Да золотишко, не бойся, она знаешь, как тянет. Сейчас, золотишко. Он сундук-то сразу открыл, так там знаете что? Книги. Писатель оказался. Я ему говорю, ты мне хоть 100 рублей дай, писатель. Я чуть пупок не надорвал на твоем творчестве. И что, дал? Сейчас, книжку подарил. Книжка хоть интересная? Я откуда знаю? Я что, ее читать должен? Я что, наказанный, что ли? А вот у меня, наоборот, неделя нормально идет. За смену 50 гринов минимум, как с куста. Это что, серьезно? Так, Леха, я не понял, у тебя что, меньше, что ли? Это же как бы средняя выручка. У меня, например, стабильно больше дамушки. Ну, не знаю, может, я что-нибудь так тогда делаю? Да наверняка. Чьи чемоданы? Ну, это японки. А, ладно, проведем следственный эксперимент. Вместе пойдем. Здесь всего два чемодана. Вот вдвоем и пойдем. Come in, please. Hey. Oh, thank you very much. Oh, you are welcome. Thank you. Please. Oh, thank you. Thank you, guys. Куда ты пошел? Чего стоять? Она же ничего не дала. Ой, Леха, странно, как тебе здесь вообще кто-то что-то платит. Следите за руками. Okay, and you see, this is your luggage. Thank you, guys. Thank you very much. Please. Thank you. Ну и чего? Ну чего, жадный попался, однако. Ничего, переходим к плану Б. Light. You see, here is light. You can switch. And here is bedroom. Thank you. Bedroom. Thank you. And there is bathroom. Bathroom. Yes, thank you. All is disinfected. Absolutely disinfected. Oh, yes, thank you. Thank you. Can I do something else for you? Oh, no, no, thank you. No. Oh, yeah. Oh. Thank you. But we are two. Oh, yes. Oh, oh. Please. This is for him, and this is for me. Understand? Thank you. А вот теперь валим. Салам, салам. Люша. Салам, Мона! Люша! Салам! Как ты? Как ты? Да, и... Хуршина! Я хочу бьет! Плов, плов, плов. Да, давай, давай. Плов, плов. Ай, жалко, что ты ушел, ай, Леша. Нет, ну жалко, что ты здесь остался. Ну, откуда сюда, откуда денешься, ну? Тебе хорошо, Леш, ты русский. Ой, ну хватит. Зато вот тебя зовут как вашего президента. Ну, скажи. Ему мали. Черт, красиво. Алексей тоже красиво. Я смотрю, у тебя все хорошо будет, да? Ну да, лучше, чем было. Одно обидно. Что я там тоже тележку катаю. Ну что? Ну, в принципе, ничего. Просто обидно, если, ну,
Всю жизнь тележки катать. Нет. Обидно, когда денег нет. Когда деньги есть, не обидно, да? Деньги, Мона, никакой гарантии хорошей жизни не дают. А что делать тогда? Не знаю. Надоело быть предметом потребления. Ну, предметом потребления. А, ну. Я, наверное, попробую институт поступить. Молодец! Ну, конечно, молодец. Ты тоже молодец, Мона. Главное, имя у тебя классное. Может быть, тоже когда-нибудь президентом будешь. Да, обязательно. Будешь. Будешь обязательно. Давай. Honey, listen. If you're under the weather, we can skip this stupid party tomorrow. It's not clear what I say. You didn't hear me? Listen, Angie, that's not nice. What? It's not nice. And what about you? You didn't even say I'm sorry to me. Come again? You are nuts. Why should I say I'm sorry to you if I didn't do anything wrong? What? You won't go, you don't go. I'll tell everyone you are sick, okay? You'd better tell them I'm dead. I don't think it would be better if I tell them you are dead. It would be better if... Okay. Good night. I suppose you won't disturb you till morning. Shit! Sorry, man. Where I can to put this? А ты не напрягайся. По-русски говори. Извините, я не знал. Так куда? Куда хочешь. Кстати, на будущее. После Киан не нужно говорить to. Спасибо. Пожалуйста. А что ты стоишь? Ну, и потом, если вам что-то понадобится... А где тут мини-бар? А вот тут. Виски достань. Налей, раз достал. Сядь. Тебя как зовут? Алексей. Нормальное человеческое имя. Алёша. Тут, блин, козёл. Тони. Слушай, выпей со мной. Извините, нам категорически запрещено. Что запрещено? Выпивать на работе. А что разрешено на работе? Выполнять отдельные поручения клиентов. В таком случае останься со мной, а? Ну, мне просто тоскливо одной. Надолго? А чё ты волнуешься-то? Муж не скоро вернется. Да и вообще, может, не вернется. Я не волнуюсь. А ты симпатичный, Леха. Девки-то, небось, проходу не дают. Да нет, почему же дают? В смысле прохода. Подожди немного, я сейчас вернусь. Ты выпей колы. Вон. Я сейчас. Ты там не скучаешь? Вроде нет. Я буквально через минуту вернусь. Я не понял, где ты ходишь?
Там группа за группой все в мыле уже. Давай, Леха, впрягай сюда опять бабла не досчитаешь. Что тут история такая? Какая история? Потом расскажешь свою историю. Да я вообще не сообразил, что это было. Ладно, давай только быстрее. Понимаешь, тут одна русская иностранка. Ну? Похоже, хотел, чтобы я с ней переспал. Ну и что? Ну, чуть-чуть, ну, в душ пошла, и я смылся. Как смылся? Ну, как ушел? Дурак ты, Леха. Почему? Таких денег мог бы оторвать. Нет, это просто невозможно. Ваша честь. Обвинение выражает протест против затягивания процесса. Что вы считаете затягиванием процесса, Андрей Данилович? Обвиняемый вот уже несколько часов описывает там эпизоды своей жизни, которые не имеют никакого отношения к делу. Я не понимаю, почему мы должны выслушивать о его гостиничных похождениях. Сколько вы проработали в гостинице? Около полугода. И вы нам полгода собираетесь об этом рассказывать? Нет, конечно. В таком случае я хотел бы, чтобы вы... Останавливаюсь только на наиболее значимых событиях. А вы сами всегда в состоянии определить, что в вашей жизни значимо, а что нет? Господа, я прошу прекратить дискуссию. Обвиняемый, какое событие того периода вы считаете наиболее значительным? То, что в моей жизни появился мой дядя. Сергей Николаевич Гусев. Спасибо, Паш. Отдохни, перекуси пока. Где-то через часок поедем. Хорошо, Сергей Николаевич. Здравствуй, Сережа. Здравствуй, Женя. Прости. Обедать сейчас будем или Игоря подождем? Прямо сейчас. Мне еще в Москву надо. Ты знаешь, Валя сказала, что у нее уже все готово. А у нее всегда все готово. Валя, подавай, мы уже идем. Дай мне хоть руки помыть. Вот я все не пойму. Где ты их пачкаешь, а? А вообще-то бизнес – дело грязное. Я, конечно, стараюсь не пачкаться, но совсем, как ты понимаешь, не получается. Ну ладно, давай быстрее. Да-да. Сереж, садись. А? Умничка ты моя. Ну ладно, ладно. Здорово. Что, не слышала, как я приехал? Здравствуй, папочка мой любимый. Ну, совсем другое дело. Борщ, пожалуйста. Я борщ не буду. Почему не буду? Ну, потому что не буду, мам. Спасибо. Да, Валя, я там дал указание, так что можешь своего внука Митьку в детский садик при комбинате теперь водить. Ну, у нас все-таки получше и питание, и, в общем, сама знаешь. Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Игорь звонил? Нет, пока. По-моему, ты слишком загружаешь мальчика. Между прочим, этот мальчик – исполнительный директор комбината. Да я очень рада этому. Но мне хотелось бы чаще видеть вас всех вместе дома, а не собирать в спешке для вас чемоданы. Ну, парень у нас самостоятельный, и дом у него свой. А собирать чемоданы любительницы найдутся. Потому что найдутся. С такой работой, Сереж, все любительницы разбегутся, да, Оля? Папа, я не понимаю, что происходит? Я только что узнал, что я с тобой в Москву не еду. Давай сначала ты поздороваешься. Привет. Привет. А с матерью? Мама, привет, извини. Валя! Валентина, я есть не буду, спасибо. Почему? Я сыт. Ты, может быть, объяснишь, что происходит? Если бы ты был внимателен, то заметил бы, что я ем. Кстати, борщ очень вкусный, рекомендую. И все-таки я хотел бы знать. Ну, хорошо, пойдем поговорим. Сереж, доешь, пожалуйста. Я все.
Валентина, большое спасибо. Все было очень вкусно. Поздоровайся, Сергей Николаевич. Ты хоть чаю выпей, Игорь. Успеет. Он ведь никуда не едет. Так что весь вечер будет здесь с тобой дома и пить чай. Пошли, пошли. Извини, мама. Ну ты хоть ешь, Оль? Что я делаю? И ты считаешь это разумно? Хорошо. А что считаешь разумным ты? Я считаю разумным взять на заключение контракта специалиста, прекрасно разбирающегося в европейском законодательстве и свободно говорящего на двух языках. Спасибо, у меня будет переводчик. Я отлично знаю, что юристы все уже 100 раз проштудировали вдоль и поперек. Хорошо, я хочу поближе познакомиться с партнерами. Я хочу постепенно входить в московскую бизнес-элиту. Я хочу... Я понял, что ты хочешь. А теперь послушай, что я хочу. Я хочу, чтобы на комбинате остался человек, которому я могу доверять. Я хочу, чтобы люди привыкали, что непосредственно производством руководит именно он. То есть ты. Это понятно? Понятно, но... Что но? А жать ручки и пить шампанское много ума не надо. Послушай. Ну что за обиды какие-то дурацкие? Я не понимаю, что с ним сделать, со своим комбинатом за 2 дня? Ну, во-первых, не с моим комбинатом, а с нашим. Тем более. Работа идет, телефон есть. Чего ты трясешься? Я понимаю, 10 лет назад без твоего непосредственного руководства ничего не шили. Но теперь-то... Абсолютно неверная логика. 10 лет тому назад и шить было нечего, потому что не было заказов. И работяги вон по году зарплату не получали. А теперь у тебя такое производство, о каком мы в Союзе не мечтали. И им надо руководить. Руководить? На комбинате реально только тебя боятся. Ну, во-первых, не боятся. А уважают. Вот боятся они как раз тебя. А я хочу, чтобы они именно уважали тебя. Но другое дело, что для этого сам должен научиться их уважать. Это бизнес. Бизнес! Я плачу людям деньги за то, что они выполняют свои служебные обязанности. Все. Уважать их или не уважать, это мое личное дело. Игорь. Это Россия. Игорь. Ты год как вернулся и никак еще не можешь осознать, что это другая страна. Здесь люди работают не на тебя, а для тебя. И если они не будут тебя уважать, ты ни за какие деньги от них ничего не добьешься. Они будут все воровать, ломать, а потом будут плевать на твой забор. Будут воровать, я их посажу. Я их посажу. Откуда у тебя этот идиотский комплекс неполноценности? Послушай, тебе никому не надо доказывать свое превосходство на этом комбинате. И в этом городе. Ты Гусев. А это более чем достаточно. Че за бришь-то? А? Последний экзамен остался. Сессии конец. Зачем тебе это нужно? Ну вот ты год проучился, и что? Сильно умным стал? Сильно умным? Стану через 4, когда диплом получу. И что у тебя в этом дипломе будет написано? Сильно умный. Менеджер. Там будет написано. Менеджер. Ничего твоя учеба тебе не даст. Ничего. Что даст? Случай. Счастливый случай. Вот его главное не упусти. А учеба твоя так. Что я делаю? Я вот год вместо официанта дожидался. Год! А вместо меня взяли этого хмыря. Может, у него опыта было бы. Опыта? Просто мордой кому-то приглянулся и все. Чья очередь? Иди, студент, я в печали. Да, уже приехал. Галопом по Европам, да еще целый день по области мотался. Разрешите? Да, спасибо.
Ну, так видишь, я, значит, все правильно сделал. Куда ты меня приглашаешь? Ну, тогда я тебя приглашаю. Без вопросов, через полчаса внизу. Здравствуйте. У меня должен быть заказан номер. Гусев Сергей Николаевич. Пожалуйста. Пожалуйста, господин Гусев, ваш люкс 401. Спасибо. Какой номер? 401. Спасибо. Простите, вас ведь Сергей Николаевич зовут? Да. А меня Алексей. Очень приятно. А, да. Да нет, вы не поняли. Меня зовут Алексей Александрович Гусев. А, интересно. Ну, проходите тогда. Да вы, то есть ты, присядь, присядь. Спасибо. А я вас сразу узнал. Не знаю почему, но сразу. Ну, мы с братом в детстве очень похожи были. Ну, как сейчас, не знаю. Так вы что, теперь все в Москве? Нет, только я. А все там же. А как ты здесь оказался? Хотя, что я спрашиваю? Ты ведь, наверное, в институте учишься, здесь подрабатываешь. Нет, здесь я работаю. Значит, не поступил? Я учусь. Только на заочном. Так это же хорошо. А что мы как-то так это? Дело надо отметить. Нет, спасибо. Нам не положено. Не положено. Ну и что? Тебе нравится вот эта работа? Сергей Николаевич, а правда, что у вас огромная фабрика? Ну, не огромная, конечно. Ну, скажем так, большая. Но она ведь, Алексей, не в Москве. Ну и что? Вы думаете, я собираюсь таскать чемодан только ради того, чтобы жить в этом городе? Нет. Глядя на тебя, так не думаю. Ну, в общем, если я все правильно понял, ты хочешь, чтобы я взял тебя к себе работать? Я тебе сейчас ничего обещать не буду. А вот тебе моя визитка. Позвони через недельку. Договорились? Спасибо.
Заказывать что-нибудь будете? Разумеется. Зачем же я пришел-то? Ну, мало ли, некоторые с собой приносят. А разве можно? Нельзя, но приносят. Простите, а у вас меню есть? О, отлично. Тогда мне борщ. Борщ закончился. Ага. Тогда пельмени. Пельмени тоже закончились. Что ж у вас все закончилось? Вы же только открылись. У нас вчера все закончилось. Понятно. Тогда давайте по-другому. Что у вас есть? Комплексный обед. Первый, второй, третий. Отлично, давайте. 140 рублей. Давайте, несите. Приезжий? Да вижу, что приезжий. Откуда? Из Москвы. А, в командировку? Жить. Жить. Спасибо. На здоровье. А почему холодный-то? А я что, обещал, что он будет горячий? Знаете, я, наверное, больше ничего не буду. Как хотите. Сколько с меня за суп? Обед комплексный, 140 рублей. Вот возьмите, без сдачи. Спасибо. Кать, котлеты не грей! Приезжий. А давай-ка за твой приезд. Я с утра не пью. Как так? А приехал зачем? Работать. Работать? Ну, у вас же здесь большой комбинат. Лира, что ли? Есть такое дело. Есть. Не, работать здесь можно. Да вообще, если разобраться, везде работать можно. Понимаешь, солдат, хочется же не жить, чтобы работать, а работать, чтобы жить. А жить здесь? Не, здесь жить нельзя. Только вот, давай за приезд. Неужели здесь всем так плохо? Почему же все? Есть тут человек 40, которые здесь неплохо живут. Полковников забыл посчитать. Только ты губы-то не раскатывай. Ты так жить не будешь. Не из таких. Какая разница из каких? Главное, работать хорошо и жить нормально можно. А не вижу связи. А почему? А что же нужно делать, чтобы хорошо жить? Не знаю. Если б знал, может, и не пил бы. А где они живут-то? Ну, тем, которым нормально. Полковники, что ли? Где же им жить? В военном городке. Да нет, ну, понятно, а остальные? С комбината, что ли? Или эти, начальство городское? Нет, я вообще-то запутался. У нас же, понимаешь, в городке один комбинат. Соответственно, городское начальство тоже оттуда. Это понятно. Где живут? Как где? В Голливуде. В каком Голливуде? А, ты ж приезжий. Да выстроили они себе здесь образцовый коммунистический город. Люди его Голливудом и прозвали, потому что у них там все как у америкосов кино. А ты чё, на экскурсию решил сходить? Полюбоваться? Ну, это достопримечательность. Ну, сходи, сходи. Смотри, вот улица, видишь, Красноармейская. Вот туда пойдешь, аккурат в самом конце улицы слева и увидишь. Слушай, ну давай выпьем, а? Не буду. Зря. Что надо?
Это не дом Гусева? Что нужно? Просто узнать хотел. Просто? Что это вдруг тебе узнать потребовалось? Я вообще-то родственник. Чего? Иди отсюда, пока тебе нос не прищемил, родственник. Скажет тоже. Простите, а как на фабрику проехать? На автобусе. Мне на швейную фабрику. Так у нас одна фабрика. Автобус номер какой? И автобус у нас один. Вон остановка. Здрасте. Я к Сергею Николаевичу. А Сергей Николаевич в отъезде. Вы разве не с нами? Нет. А вы по какому вопросу? Меня пригласил Сергей Николаевич. Ах, вот как. Игорь Сергеевич, здесь молодой человек по приглашению Сергея Николаевича. Пусть подождет. Извините. А вы к нам в гости? А вот это мы сейчас узнаем. Таня. Кто там у вас? Пусть заходит. Хорошо. Проходите. Здрасте. Здрасте. Чем обязан? Я Гусев. Простите, кто? Ваш брат. Ну и что? Ну и что ты собираешься тут делать? Дело в том, что когда мы говорили с дядей... С каким дядей? А, Сергей Николаевич. Да. Игорь Сергеевич, тут Козлов звонит, говорит, что по поводу ЧП в первом швейном. Соедини меня с ним. Слушаю, Игорь Сергеевич. Что там у вас? Я вам докладывал, где служебка в первом швейном. Начальник смены и работница. Надо что-то решать. Да, я помню. Пришлите его ко мне. И еще, кто там мастер в смене? Зинаида Леонова. А Панкратова звать? Да, пусть тоже будет. Так, что ты там говорил? Я говорю, Сергей Николаевич обещал. Вот как обещал. Ну, не обещал, а сказал, что я могу рассчитывать на помощь. Я бы никогда не приехал просто так. Не понимаю, что у меня здесь родственники. Я бы... Ты что закончил? Школу. Нет, сейчас я перешел на второй курс экономического, правда, заочного. Я дяде говорил... Но это ничто. А что ты знаешь о швейном производстве? Ну, пару раз чинил швейную машинку Зингера. Ну, кажется, от бабушки осталось. Забавно. Даже не знаю, что я могу для тебя сделать. Я постараюсь что-нибудь найти попроще. Но и зарплата будет небольшая. Я понимаю, но... Мне казалось, что... Я рад, что мы друг друга поняли.
Да, еще одна очень важная вещь. Запомни. Что бы ты тут ни делал, на комбинате или вообще в этом городе, ты всегда обязан помнить, что ты Гусев. Наша семья здесь кое-что значит. Поэтому ты должен вести себя соответствующе. Для всех посторонних ты член нашей семьи. Только для посторонних? Прости, но я тебя совершенно не знаю. Подожди, пожалуйста, Фрей. Козлов пришел? Да, еще. На работе обращайся ко мне на «вы». Хотя я думаю, что в ближайшее время мы навряд ли будем встречаться где-нибудь еще. Понятно. Спасибо за аудиенцию. Сергеич. Пригласите Виноградова и всех, кто по его вопросу. Проходите, пожалуйста. Проходите, садитесь. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Здравствуйте. Скажите, Виноградов, вы вообще в курсе, что у нас на комбинате есть определенные правила? Вы о чем, Игорь Сергеевич? Не валяйте дурака, Виноградов. Вы прекрасно знаете, что по контракту у нас запрещены неслужебные отношения между работниками комбината. А тем более начальника с подчиненными. Ну, знаю. Только при чем здесь контракт? Может, я на ней жениться хочу? Ну, дает жениться. Ты женат, Семен! Помолчите, Леонова. Это сейчас не имеет никакого значения. У меня есть все основания для вашего увольнения. Подождите, а то, что я на этом комбинате 15 лет отгорбатил, это имеет какое-нибудь значение? В этом случае нет. Кстати, от кого был сигнал? От одной из работниц. Интересно узнать, от кого. Да, вот это действительно интересно. Зинка, это ты стукнула, да? Да ты что, ты совсем, что ли, мозги потерял? На ком мне-то это сдалось? Да вы, бабы, все одинаковые! Прекратите базар. Вопрос решенный, вы уволены. Приказ я подпишу сегодня же. Нехорошо это, Игорь Сергеевич, из-за бабы мужика работы лишать. Вы можете обратиться в суд, если считаете, что мы нарушили трудовое законодательство. Все, можете идти. Так, у меня только один вопрос. Насколько я понимаю, в этом деле участвовали двое. Мы решили ее сюда не тащить. Зря. Но, надеюсь, вы понимаете, что ее в тот же приказ? Игорь Сергеевич, а может, не стоит увольнять Виноградного? Ну, опытный ведь мужик. Вот пусть он теперь в другом месте свои опыты и ставит. Все, все свободны. Кроме Геннадия Борисовича. Так. Назначишь в приказе Леонова исполняющий обязанности. Так может, ее сразу начальницей смены? Я боюсь, мы лучше-то не найдем. Это не бойся. Теперь следующий вопрос, тоже кадровый, кстати. Отец пригласил к нам на работу одного нашего родственника. А, понимаю, понимаю. Не, мне кажется, не понимаешь. Я никоим образом не собираюсь устраивать судьбу этому парню. Имеется в виду любая самая простая работа. Что у тебя есть из вакансии? Ну, смотря что вы имеете в виду.
Нет, ты меня не понял. Я понял. Просто я сейчас на бегу не могу вспомнить. Надо посмотреть. У нас только в 16-м вакансии всегда есть. Вот, значит, не о чем думать. 16-й так 16-й. Да? Так вы к нам, Алексей, получается, прямо из Москвы приехали. Получается, что так. Редкий случай. Обычный же народ, наоборот, в столицу рвется. Ну и что? Не всем же в столице жить. Да. Извините, а вы не знаете, как здесь у вас можно жилье снять? Так вы разве не у своих остановились? Да нет, я уже давно один живу. Привык к самостоятельности. Ну, раз привыкли, то, конечно. Нет, нам не туда. Дмитрий, можно тебя? Вот, познакомься, Алексей Гусев. Однофамилец, что ли? Нет, не однофамилец, а племянник Сергея Николаевича. Опаньки. Да. Очень приятно, Дмитрий. Здрасте. Одну минуточку. Можно вас? Он что, с проверкой, что ли? Да успокойся ты, никаких проверок. Просто привел к тебе устроить на работу. Не понял сейчас. Ну, что тут непонятного? Человек хочет ознакомиться с производством, так сказать, самых низов. А я у тебя, получается, самый низ, да? Нет, ты у меня начало производственной цепочки. Да зачем мне нужна твоя цепочка вместе с ним? Чтобы он потом докладывал, поскольку Палыч каждый глаз себе закапывает, да? Значит, веди его в управление, и пусть он там свою попу греет. Можно подумать, что это я все придумал. Сказано, самых низов, значит, самых низов. У тебя какие-нибудь вакансии есть? Конечно, у меня генеральный директор, 4 его зама. Сейчас вот собираюсь пресс-атташе себе взять. Ну, ты же знаешь, какие у меня вакансии, а? Какие? Я могу только грузчиком. Ну, что ж, ну, грузчиком так грузчиком. Чё ты темнишь, Геннадий Борисович, а? Я темню? Нет, я. Палыч, ну, поди сюда. Чего тебе? Вот, принимай нового работничка себе в бригаду. Простите, а когда Сергей Николаевич вернется? Через месяц, не раньше. Бригадир твой, зовут Егор Палыч. Допрос, Палыч, чего там? Здрасте. Ну, идем. С мужиками познакомлю. А приступать когда, завтра? Завтра. Димон. Димон, слушай, не выручишь меня еще в одном деле, а? Что, теперь старшего Гусева нужно куда-нибудь пристроить? Да ладно, брось ты. У тебя нет знакомых, чтобы они комнату сдавали? А, теща из деревни приезжает, в дом не хочешь пускать? Шутки все шутишь, да? Я же вон для него же. Да, дела. Слушай, ну я у тетки спрошу, у нее хороший домик на Гвардейской, с садиком. Да. Только, может, Гусеву с евроремонтом надо? Да откуда я знаю, чего ему надо? Да ладно тебе. Работенку тебе, конечно, потную подогнали, ничего не скажешь. Но я так думаю, что это ненадолго. Скоро заделаешься большим начальником. Узнавать перестанешь. Да не перестану. Посмотрим. А дом у тетки класс. Тебе понравится. Правда, удобство в саду. Но зато ведь сад-то при доме. А летом-то чего, а? Правильно ведь? А до фабрики-то как добираться? Ну, до фабрики на автобусе. Или давай я с тобой буду заезжать. Ты что, тоже здесь живешь? Кто я? Да ты что, с ума сошел? Мне просто нетрудно. Ведь знаешь, бешеные собаки. 100 верст не крюк. Правильно? Слушай, а вечерком давай и расслабимся. Ведь сколько водки еще в стране не допито. А сколько девок не дощупано, а? Правильно? Можно. Можно. Только не сегодня. Ну как скажешь, главный повод есть. Приезд это святое, а? Племянник. Димка! Тетя Вера, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Ну, знакомьтесь, это тетя Вера, это Леша Гусев. Гусев. Да Гусев, Гусев, Гусев. Лех, ты, главное, не грусти. У нас тут красота, ты же видел. Озера, кругом природа. А город какой? Красавец, не то что ваша Москва. А главное, все на бабки комбината построим. Проходи. Будем угощать.
Вареньки поставила? Поставила. Давайте, проходи. Слушай, а какой оливье, что тебе Вера делает? Ты просто закачаешься. Хорош, мужики, шабашим. Так, а с этой барахлядиной? Что, до завтра, что ли, оставляем? Нет, сейчас по домам разберем. Оставляй. Получается ли дождь? Да какой к лешему дождь? Глаза разуй, на небе ж не облачко. Так к утру может и надуть, Палыч. Штаны себе надуть можешь. Андрюха, тащи пленку. Сейчас сверху накроем пленочкой, и все будет в порядке. Да не делай ты, Егор Палыч, по пленке все равно затечет. Там же ткань все-таки. Так шабашим или где? Давайте перетаскаем, работы 5 минут. Слышь, мужики, погоди шабашить. Давай перетаскаем, что ли. Леха, а? Дядя Мон зовет. Ну и чего? Расчистильный. Зараза. Ну так дядя на добро-то. Поди не чужое. Ну чё встали? Чё встали? Бери больше и кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Чего тебе? Слушай, ты что-нибудь в компьютерах рубишь, а? Немного, а чё? Да понимаешь, составили эту компьютерную программу для учета, а мне потом приходится все на бумажке в столбик пересчитывать. А чё не так-то? Да все не так. Эти умники в офисах составили программу и заложили только те колонки, которые я потом в отчете указываю. А как одна из другой получается, это им пофигу лопата. Подожди, так давай сами добавим нужные колонки. А что, можно что ли? Ну конечно, это же в Excel у тебя. Это в Word у меня уже. Только ничего там не сломай, понимаешь? Потому что мне потом шею сверну. Ладно, не волнуйся. Вот смотри, в этой колонке будешь писать в обраковку. А в итоге автоматически будет получаться результат за минусом этой колонки. Ну, ну вот, к примеру, ну. Вот. Слушай, это же просто волшебная меленка. Лёха, ну ты голова, а? Да, в институте, похоже, задачка была. Ну, все, завтра докуем. А теперь поехали. Куда? Как куда? Ко мне. Ведь хорошо работает кто? Тот, кто хорошо отдыхает. Правильно? Правильно, но у меня... Никаких «но». Потому что зачем нам общепит? При нынешнем изобилии колбасно-водочных изделий. Правильно? Вперед. Я же сюда только весной перебрался. На комбинате кредит давали. На 20 лет. Под льготный процент. Так чего ж, думаю, не взять? Правильно? Правда, теперь с комбината уходить нельзя. Так никто и не уходит. Все довольны, работают. Пока не выменят. Вчера, кстати, одного турнули. За что? Да, в общем-то, ни за что. Говорят, полцеха перетрахал. А с другой стороны, если начальство так к этому относится, чего, в другом месте бабу найти нельзя? Вот теперь он где будет работу искать? У нас же город, сам знаешь. Базар-вокзал, фонарь-аптека. Блок. Так что, дядя твой, у нас царь-бог. И Марья Ивановна. Выпьем. Если честно, конечно, он молодец. И комбинат поднял. И себя, я так понимаю, не обижает. Правильно, Витя? Логично. Это я еще не выпил. Я как выпью, меня на такую философию пробивает, понимаешь? И лоб набухает, и шишковатый становится. Как у Маркса. Хорошо, что еще борода не пробивается. Борода, понимаешь, хиловата. Не тянет. А так бы я точно капитал написал. По пьяни. А кто это? Выпьем. Ты посиди. Я сейчас открою. Здорово! О,
Знакомимся. Это Рита. Это Галя. Здрасте. Леша, очень приятно. А что, стоим как на митинге? Проходим, проходим. Ну, чего мы встали? Проходим, рассаживаемся, расслабляемся, отдыхаем, в конце концов. Выпиваем, закусываем. О, Дима сказал, что ты из Москвы приехал. Это правда? Правда? А то! С ума сойти. Скажите, а правда, что вы родственник Гусева? Правда. Так, обалдеть. Так, все, допрос окончен. Мы выпьем за знакомство. Правильно идти? Гип-гип-ура. Дим. А, Дим? А мы сегодня танцевать будем, а? Мы сегодня, Галочка, все будем. Правильно идти? А тебе у нас нравится? После того, как вы пришли, стало гораздо лучше. Смешно. Ты о чем? Никогда не думала, что я буду танцевать с племянником самого Гусева. Ну и как? Смешно, я же говорю. А ты что, с ним знакома? С кем? Ну, с дядей моим. Да кто ж у нас его не знает? Я ведь тоже на фабрике работала. Ну что ж, ушла? Так получилось. С начальством не сработались. Ну скажи. Какой ты все-таки любопытный. Может быть, когда-нибудь расскажу. А у тебя, наверное, в Москве много девушек было, да? С чего ты взяла? Мне так кажется. Да нет. Почему? Ты тоже любопытная. А у тебя тот парень наверняка есть? С чего ты взял? А что, нет, что ли? Уже нет. А может, уже есть? Танечка. Здравствуйте, Сергей Николаевич. С возвращением. Как ваша поездка? Замечательно. Просто замечательно. Это тебе. Ой, ну что вы. Спасибо большое. Пригласи ко мне Игоря, пожалуйста. Сию минуту. Игорь Сергеевич, Сергей Николаевич приехал. Просит вас зайти. Привет. Здравствуй. Ну, рассказывай. Подписал контракт. Когда начинаем? Подожди, что ты на меня сразу набросился? Как дела на комбинате? Все нормально. Сегодняшняя сводка будет через полчаса готова. Ну что, ты победил немцев? Представь себе, да. Через месяц начинаем набирать людей. Заказ большой. И с теми, кто у нас сейчас есть, мы не справимся. Но результат, я уверен, порадует. Поздравляю. Спасибо. Я тут кое-какие цифры подготовил. Посмотри, пожалуйста. Давай, спасибо. Так. А, скажи... Алексей что, так и не приехал? Какой Алексей? Брат твой. Я тебе говорил, что он может приехать, пока меня не будет. А, этот? Да он уже месяц здесь. Да что ж ты молчишь? Ну что, это так важно? Ну хорошо. Как он тебе? Никак. Что значит никак? Ну а что я могу сказать? Я виделся с ним один раз в своем кабинете. Ух, великий психолог. Всего один раз пообщался с ним в своем кабинете, и все. Никак. Ладно. Куда ты его трудиться определил? Да я поручил его Козлову, он ему там нашел что-то по способностям. То есть ты не знаешь, где он работает? Нет. И тебе не интересно? Нет. А почему? Он ведь твой брат. Двоюродный. А какая разница? Игорь, навязывать друзей я тебе не собираюсь. Это твое личное дело. Но ты пойми, есть люди... Их совсем немного, кстати.
которыми ты не можешь не интересоваться. Ведь неважно, близко они или далеко, они есть. Ты всегда нужен будешь им, так же, как они нужны будут тебе. И Алексей именно из этих людей. Это называется семья, сынок. И что я должен делать по этому поводу? Ну, для начала, будь добр, пригласить его к нам в воскресенье на обед. Кто, я? А кто, я? Хорошо. Все-таки я не понимаю, как вы тут живете? А что тебе, собственно говоря, не нравится? Все. Что, пейзаж не подходит? Не подходит. Я человек городской, мне асфальт нужен, а тут вон одна трава. И что трава? Зато воздух свежий. Ну да. Смешной ты. Городской. Можно подумать, что вся жизнь только в твоей Москве и есть. Ну не вся, но все-таки жизнь. А что ты приехал, если там все хорошо было? А не знаю. Сам все время себя спрашиваю. И что, за этим только приехал? За этим тоже стоил. Не презираешь, да? Ты что, Рит? Ты что такое говоришь-то? Я знаю, что говорю. Я же это, доступная. Прости, я не хотел тебя обидеть. Я и не обижаюсь. Раньше, конечно, обидно было. Вот мне всегда казалось, вот откроюсь ему вся. До самого донышка. А он заглянет внутрь. Испугается. И бочком-бочком. От меня же. В припрыжку. Ну, я же не знал. Не знал что? Что бабы несчастными бывают. Как видишь, бывают. Да какая ты несчастная? Ты... Ну, и что замолчал? А вот и правильно, молчи. Молчи, а то глупо и скажешь, потом сам жалеть будешь. Не буду. Как так? А вот так. То есть любовь глупостью только дурак назвать может. Ишь ты, любовь? Ты хоть знаешь, что это такое? Нет, а ты? Представь себе, да. Только оно у меня со счастьем по разным дорожкам ходит. Да что с тобой, эй? Извини. Извини. Тебе, наверное, скучно со мной, да? Ну, ты что, сколько наговорил? Да только с тобой так. Вот удивительно. Знаю тебя всего ничего. А вон, видишь, как на откровенность потянул. Скажи, а про любовь ты это всерьез? А разве об этом можно по-другому? Да по-разному можно. Тебя кто-то обидел. Внимательный. Только это тебя не касается. Ты же у нас другой. Какой? Ой, боюсь, зазнаешься. Ну, попробуй. Настоящий. Не провожай, мне пора. Завтра увидимся. Обязательно. Лёх, не спи, замерзнешь. Да, ты кончай самые легкие выбирать. Ты что, лепишь? Они все одинаковые. Ага, я и удивляюсь, как ты из всех одинаковых самые легкие находишь. Это он просто несет легко. Здоровый, больно. Здоровый, по два носи. Сейчас, разбежался. Как бы платили вдвое. И то подумаю. Игорь Сергеевич, вы к нам, что ли? Здрасте, Алексей Гусев здесь. Ну, а где же ему быть? Вон дает стране угля. А что, он вам нужен? Зовите. Леха! А? Иди сюда, тут по твою душу. Кто? Да кто надо, начальство. Указаний больше не будет? Нет, работать. Так а то ж, работаем. Привет. Извини, руки грязные. Понимаю. Ну, как работается? Хорошо. Коллектив хороший. Работа полезная. В каком смысле? Ну как? Свежий воздух. Голова свободная, думать ни о чем не надо. Я рад, что тебе нравится. Устроился хорошо? Да, спасибо, нормально. А Сергей Николаевич не вернулся? Вернулся. Как раз сегодня. Ну, я, собственно, по этому поводу и пришел. Он просил пригласить тебя к нам на обед в воскресенье. О, спасибо, я с удовольствием.
А во сколько? Мы обедаем в 5. Знаешь, где мы живем? Догадываюсь. В Голливуде, надо думать. Да, там спросите, любой подскажет. Да. А не скажете на всякий случай адрес? Веселый 16. Хороший адрес. Хороший. Веселый! Здравствуйте. Ваше имя, цель визита. Здрасте. Я Гусев. Сергей Николаевич пригласил меня на обед, я его племянник. Пожалуйста, проходите, вас ждут. Спасибо. Родители актеры? Нет, только отец, а мама у меня в больнице работает. Самодостаточная семья. Мама тело лечит, отец душу. Кстати, вот тоже познакомься, Леша, это Валя, наша волшебница. Да ладно, Сергей. Разве не правда? Что, невкусно, что ли, Алексей? Спасибо, все очень вкусно. Вот у вас. Валюш, с горячим не спеши, мы Игоря ждем. Хорошо, Юрий Александрович, я пока мясо в духовке оставлю. Хорошо. Ты мне говорила, что отец из театра ушел. Как ушел? Куда? Он организовал свою студию и теперь сам себе режиссер. А у тебя ведь еще и сестра есть? Она тоже сюда приедет? Оля. А что Оля? Ну все же правильно. Сначала брат, потом сестра. Нет, Настя не приедет. Она скоро замуж выходит. Значит, мы все туда поедем на свадьбу. Ну хватит! Хватит, Оля. Что я сказал такого? Ну, как тебе, Алексей, у нас нравится? Работа устраивает? Ну. Это Игорь! Ты хоть дожуй, а? Ну, какая тут еда? С такие важные персоны приехали. Добрый вечер. Всем привет. Здравствуйте. Привет, московские гости. Ну, что вы там стали? Давайте-ка за стол. Нет, мы, собственно, только за Олей приехали забрать ее. Как забрать? Куда? Ну, так. Мам, ну мы в клуб собрались, в область. И ты с ними едешь? А, нет, ну, меня не берут, я так понял, не чисто женская компания. Мам, ну я же студентка уже, мне надо привыкать к тусовкам. Ну, пап! Ну, я что, я возражаю разве? Вот с мамой договариваетесь. Так, ребят, давайте садитесь. Я вас не отпущу, пока все не съедите. Чтобы потом не есть всякую ерунду в ресторане. Между прочим, Алексей, познакомьтесь, это Сашенька, дочка наших очень близких друзей. А это Анюта, ее подружка. Действительно, познакомьтесь. Племянник мой, Алексей Гусев. Очень приятно. Саша. Аня. Очень приятно. Да, девочки, наша мама не кормленными никого не отпустит. Это точно. Зря вы меня не берете. Я бы тебе опять поводить дал. Ну что, машина моя понравилась? Ничего так, навороченная. Между прочим, это последняя модель. Хочешь подарить, а? Когда поженимся. О, когда это будет? Когда угодно. Мы, собственно, к этому уже давно готовы. Так что поторопись, а то упустишь свою удачу. Вообще я в удачу не верю. Мне кажется, что если человек может что-то добиться в жизни, он должен добиться этого сам, а не надеяться на какую-то там судьбу. А мне кажется, что очень важно быть везучим. Потому что вся наша жизнь, в конце концов, состоит из случайностей. Слушай, а может, ты с нами в клуб поедешь, а? Подожди, я думал, что у вас девичник. О, какая разница. Ну, хорошо, так и быть, ты тоже можешь поехать с нами. Нет, спасибо, я останусь. Подождите, девочки, а на чем вы собираетесь ехать, если Игорь остается? На машине. На чем еще? Интересно, на какой машине? На твоей, папочка. Ну, пап! Ну, скажи Паше, чтобы он нас свозил. Вообще, Оленька, не делай это. Ну, а на чем мы поедем? На попутках, что ли? Ну, Сереж. Ладно. Пойду вызову водителя. Так ты едешь с нами или нет? Я бы с удовольствием, но как-то неудобно. Давайте в следующий раз. А следующий раз теперь неизвестно, когда будет. Ну все, хватит его соблазнять. Мы сейчас чай пить будем. Да? Спасибо, мне, наверное, пора. Повезло вам, девицы. Давайте, собирайтесь.
Паша через минуту будет. Ну и Лешу заодно по дороге закинете, если уж он тоже собрался. Ну хорошо, не скучайте тут без нас. Пока, Игорь. Спасибо, папочка. До свидания. До свидания. Ты чего, обиделся? Нет, все хорошо. Ну вот и хорошо. Ну, счастливо. Жалко, что мы так вот не поговорили по поводу работы, но ты в целом доволен началом? А, в целом, да. Ведь не важно, где начать. Важно, где в результате окажется. Разумно. До свидания. Смотри, какую себе штучку прикупила. Класс. Ну, ты кого-то ждешь? Ты с ума сошел? О, привет! А что так долго не открывала? Раньше вроде пошустрее было. Ты чего здесь надо? Да так, решил один вопросик прояснить. Проясняй только быстро. Виноградов. Понимаю. Я вижу, ты занята. Ничего, я у вас много времени не займу. Ночи нынче короткие, а тебе завтра рано на работу вставать. А мне, понимаешь, какая история, завтра на работу не надо. Ты чего пришел? Это ты на меня капнула, сука. Сиди, я сама справлюсь. Скажи мне, чего тебе не хватало? Что тебе еще надо было? Работу я тебе самую лучшую давал. Премию я тебе выписывал. Чего тебе не хватало? Не стучала я на тебя. Зачем мне это? Затем. Потому что не мог я жену бросить. Ты же знаешь, у меня трое. И тебя заело. И меня под зад. А я же не тот, тогда кто? А я знаю! Вы в вашем гадюшнике все знаете! Я тебе сказала, что это не я! Я тебе сказала! Я что, больная сама на себя капать? Так он мне всю жизнь сломал! Я ж из-за него меня с работы уволили, а он теперь мразь! Приходит сюда отношения выяснять! Сука! Тварь! Я и не знал, что тебя тоже с работы выгнали. И... Что же нам теперь делать-то? Хотя, что это я? Ты теперь не пропадешь. Не знала. Пошел вон. Ладно. Удачи. Извини, извини. Я его знаю. Я в приемной сидел, когда его увольнили. Значит, и тебе тоже? Ты, я же обещала тебе рассказать. Вот и рассказала. Знаешь, я... пойду, наверное. Нет, подожди. Останься, пожалуйста. Извини. Ну, как знаешь. То есть, ваши отношения с этой девушкой тоже прекратились? Да. Почему? Вы что, чего-то испугались? А чего мне было бояться? Просто как-то гадко стало. Не от того, чтобы... Что? Что-то меня остановило. А может быть, появилась другая? Ваша честь. Нет. Никто не появился.
завтра, Танечка. Игорь уже приехал? Да, планерка, как всегда, в 9. Значит так, планерки сегодня не будет, пусть сидят по местам. Собери только директорат. Угу. Хочу сам пройтись по цехам, посмотреть, что и где у нас происходит. Сергей Николаевич, директорат на сколько вызываете? Прямо сейчас. Хорошо. Геннадий Борисович, машину надо с главных ворот. Тяжелая зараза. Лех, сказал бы дяде, чтобы он эту дрянь поменьше в баклажке разливал. Договорились. В следующий раз попрошу, чтобы специально тебя в пол-литрах привозили. Не, нельзя. Он же тогда ее пить начнет по привычке. Здравствуй, Алексей. Здравствуй, Сергей Николаевич. Как работается? Да, неплохо. Тебе не надоело целыми днями эти баллоны таскать? Ну, есть немного. Но другое дело, что я на этом месте уже все тонкости усвоил. То, что мог бы взять за что-то более тяжелое, ну, в смысле, серьезное. Ну, ладно, не работай, я подумаю. Где Игорь Сергеевич? Что, Геннадий Борисович, другого места на комбинате для Гусевых не нашлось? Так Игорь Сергеевич... Сказал, что? Ну, что, нашли что попроще. Значит, вы считаете, что только таскать баллоны и тюки ума хватает? Ну, нет, конечно, он нормальный парень, соображает здорово. Они вон с Димоном придумали новую программу для учета сырья. Так бухгалтерии не нарадуют. Так что же вы его... Так Игорь Сергеевич... Хорошо, спасибо за информацию. Я не понимаю. Я не понимаю совсем, как тебя угораздило загнать его на разгрузку. Мы предложили должность, которая была вакантной, он согласился. А что он должен был делать? А что должен был делать я? У него нет никакого образования, пап. Да, это у тебя его избыток. Черт, чему там тебя учили в твоей Америке, я не знаю. Послушай, в одном только центральном офисе 30 должностей, которые не требуют никакого образования. Он даже компьютера не знает. Чушь! Ты говоришь чушь! Он не знает компьютера? Поэтому предложил Заварзину оптимизировать программу учета сырья? Ты хоть раз был у него за все это время? Зачем? Зачем? Затем, что он твой брат. И об этом все знают. Хотя, может быть, ты об этом и забыл. Слушай, я не собираюсь ему отводить постоянное место за нашим семейным столом. Отвели черед и хватит пока. Но здесь, на комбинате, ни у кого не должно возникнуть никаких вопросов о наших взаимоотношениях. Понятно? Понятно. Ну, раз понятно, значит, потрудись сегодня же найти для Алексея достойное место. Достойно чего, пап? Достойно того, что он Гусев. Все, иди. Об исполнении доложишь. Ты как? Так, Козлову ко мне, срочно. Хорошо. Геннадий Борисович, вас к исполнителю. Вызывали, Игорь Сергеевич? Какие у тебя есть вакансии в среднем звене? Только начальник смены в первом швейном. Где Виноградов был? Но я боюсь, он эту должность не потянет. Кто он? Ну, ваш брат. Я так понял, вы о нем говорите? Какой понятливый. Готовьте приказ. Сами говорили, что нужен опытный человек. Я сказал, он будет начальником смены. Все. А что случилось, Геннадий Борисович? Скажите, а у вас костюм более или менее приличный есть? Приличнее, чем этот, есть, конечно. С завтрашнего дня придется... В костюме на работу ходить. Зачем? Я же здесь все равно в спецовке работаю. Вы теперь, Алексей Александрович,
будете работать в другом месте, начальником смены. Смены чего? Первого пошивочного цеха. Участок сложный, но здесь мастером Зинаида Леонова, очень опытная. Думаю, она вам во многом поможет. Ну, располагайтесь. Не пуха, как говорится. А цех-то где? Цех-то? Да вот он. Право разговаривать со мной в таком тоне. Вот как? А как, по-твоему, я должен разговаривать с потаскушкой? Подлец! Что ты сказал? Ты что, Лен? О чем говорят на каждом углу. Кто? Кто говорит? Она-то его как любит, а? Саш, посмотрел бы. И что? Ну что я могу увидеть там принципиально нового? Да ладно тебе. Хорошее кино ведь. Послушай, ты можешь выключить это, а? Я устал слушать весь этот бред. Ну и ничего не бред. Про любовь. Любовь? Угу. Те, кто сделали это, знают про любовь только то, что они видели в таком же поганом фильме. Ну что ты заводишься-то? Не хочешь, не смотри. А мне нравится. Очень на жизнь похоже. Да в том-то и дело, что не похоже. Это же гадость, это же дурман. А вот ты сделай, чтобы не гадость была. Сделаю. Молодец. А если не сделаю, по крайней мере, постараюсь сделать. Да. Благо один благодетель денег дал. Смогу хотя бы зал оплатить. Саш, нам бы за квартиру заплатить, а? Открой, пожалуйста. Я никого не жду. Господи, боже мой. Это же Настя, наверное, Машку привела. Здрасте. Вам чего? Здрасте. А мне нужен Леша. Алексей Гусев. Алексей? Да. Я Жанна. Жанна. А вы что, обо мне знаете? Да слышала. А как вы нас нашли? Мы вместе работали, и я нашла этот адрес в его личном деле. Он здесь уже не живет. Я знаю, а вы не подскажете, где он теперь? А зачем он вам, девушка? Понимаете, мы с Лешей дружили, а расстались как-то неправильно. И я хотела поговорить с ним, объясниться. Он в Лиговске теперь. У дяди на фабрике работает. Хорошо устроился. А девушка у него теперь целая сотня. Да, конечно. Простите. Погоди. Я пошутила. Это цех у него в подчинении. Я тебе телефон дам, позвони, сам все расскажет. Записывай. Спасибо. Thank you.
Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Людка, ты ноги голые в проход не тяни. Споткнется начальничек. А мне жарко. Машинки японские поставили, а на вытяжку не рассчитывались. Да, так они в офисе у себя, наверное, сидят по холодильникам. И пивко потягивают. Иди, иди, начальничек. И подглядывай. Доброе утро. Доброе утро. Какая же ты все-таки Алька. Неискренняя. Еще одна морщинка. А день впустую. Да, если так дальше пойдет, подружки, я точно вся высохну. Полив тебе, Людка, нужен. Обильное увлажнение. Да уж, обильное вам точно не помешает. Не помешает. Вот только начальничек-то исключительно в пол глядит. А ты исключительно на него. Невысоко глядишь, Людка? А что ж, мне весь век за машинкой гнуться? Нет, не пойдет, такой раскрой. А что ж ты тогда самому Игорю Сергеевичу мину не приготовила? А то сразу бы раз и в дамки. Ага, в первые леди. А у меня с теми гусевыми общих дорожек нет. А этот родственничек рядом ходит, не разменемся. Ну и какую же ты засаду задумала? Поделись с подругами. Нет, делиться не буду, не пирожок же. Так-то, девчонки. Ты вон все из халата выпрыгиваешь, а мужичок-то мимо проходит. Круче надо брать. Ты что, Людка, всерьез, что ли? Нет, ну я понимаю, романчик закрутить. Парень-то ух, огурец. Лапчик такой краснеет. Для романчиков у меня огурцов и справа, и слева ведрами собирать. А с Гусевым для закрутить глупо. Его нужно ловить и запрягать. Ой, Людка, бес тебя пасет. А это что, ангелы, что ли, надоумили халат без лифчика натягивать? Алевтин. Запрещенный приемчик. В нашем деле запрещенных приемчиков нет. Бои без правил. Ясно? Да вы что, девки, с ума что ли посходили? Ведь уволят к чертовой бабушке, как Ритку с Виноградовым. Ну ты что, Лид? Ты шире гляди. Это ж Гусев. Кто же его уволит-то? Пошла я, Алексей Александрович. Завтра, может, задержусь чуток. А сегодня не могу. Муж в отпуск уехал, а мне кран придут на кухню менять. Подожди минутку, пожалуйста. Ну что? Зин, ты мне объясни, почему заготовки на вторую линию возят через четвертую? Потом сюда, сюда. Это же получается вокруг всего цеха. Ну потому что от ворот на вторую сразу не проехать. Здесь разворота нет. Так на плане есть. Люш, ну давай завтра. Ну, Зин, ну посмотри. Ну хорошо, давай. Только не на план будем смотреть, а на цех. Вон там, видишь, можно было бы развернуться. Но там автомат стоит. Какой автомат? Заграничный. Чай, кофе, бульон из кубика. Игорь Сергеевич распорядился, чтобы мы на столовое время не тратили. Что прямо здесь бульончиком обжечься, горяченьким, и дальше вкалывать. Пользуйтесь? Ну, конечно. Бульончик выпьем и в столовую бежим. К тебе Димка идет. Пойду я. Ну, давай, беги. Спасибо. Привет. Привет. Привет! Здорово! Все, паришься? А че к нам так редко заходишь? Да, времени нет. Так ведь ни у кого времени нет. А просто ты ведешь неправильный образ жизни, противный природе. Вот сейчас ты что собираешься делать? Ну, работать собираюсь. Вот! Вот! А природа что шепчет? Расслабься. А ты же не слушаешься голоса природы. И она тебе за это жестоко мстит. В общем, так, собирайся. Поехали. Пиво, шашлыки, речка. А что ты посреди недели собрался? А что, мы виноваты, что оно посреди недели так вжарило, а? А к выходным, наверное, дождичек пойдет, правильно? Кстати, Рита постоянно тобой интересуется. Да не, извините, мам. Не получится, наверное. Ну, конечно. Мы же теперь большой начальник. Нос мы задрали, а кто там внизу, мы совсем не видим. Ну зачем ты так? А как? А как, дорогой мой? Я же тебя предупреждал. Ну ладно, давай. Начальник.
хочу сказать. Олечка, доченька, ну, вы знаете, я так волнуюсь, что не знаю, что сказать. Ну, во-первых, я поздравляю тебя с поступлением. Да с тем, что ты будешь учиться в Москве. Девочки, вы за ней там присмотрите, да? Правда, Саша? Конечно. Спасибо. Поздравляю тебя, Оля. Ой, за тебя. Давай, Стечка. Ну, брось ты. Не пропадет на живой. Она у нас теперь взрослая. А ну-ка, ребята, давайте-ка. Пойдем, красавица моя. Пойдем. Что здесь стоишь? Ничего, смотрю. Ничего смотреть. Цирк, что ли? Тебя сюда приглашали? Сегодня не приглашали. Давай, проходи. Не задерживайся. Друзья мои, сегодня, конечно, Олин праздник, но мы так много не говорили, я боюсь, как бы она не загордилась. Помимо того, есть еще один повод для праздника. Вот ты о чем, Сережа? Не спеши, Жень, сейчас скажу. Есть у меня друг, Олег Вадимович Земский. Мы с ним вместе уже много лет. Начинали с комсомола, потом вместе поднимали комбинат. А сейчас он у нас в Москве, сенатор. Есть у него дочь, Саша. А у меня есть сын, Игорь. Папа, это провокация. Она самая, мой дорогой. Ну, что скрывать? За вас, мои дорогие дети. За новых Гусевых. Ура! Я не понимаю, что тут происходит. Что ты так волнуешься? Я просто сказал отцу, что собираюсь сделать тебе предложение. Может, сначала стоило послушать меня? А что, у тебя на этот счет есть другое мнение? Удивительно, что тебе это вообще не пришло в голову. Куда это? Саша пошла. А я знаю. Но отец выставил на посмешище. Да перестань. Он просто пошутил. И что тут такого? Долго ты вокруг нее ходить собираешься? Мам, это мое дело. Да я понимаю, что твое. Но ты не забывай, что она завтра в Москву уезжает. И как мне кажется, она там не в башне слоновой кости живет, а в университете полно мальчиков. Да каких мальчиков? О-о-о. Мам, я все это знаю. Что ты предлагаешь делать? Пойди и немедленно сделай ей предложение. Немедленно. Упустишь, обидно будет. Другую такой не найдешь. Понял? Извините, у вас сигаретки не найдется? Найдется. Но вы же, наверное, такие не курите. Я вообще не курю, но сейчас любая сойдет. Спасибо. Пожалуйста. Саш, зачем ты? Зачем я что? Зачем ты куришь? А
что ты мне уже запрещаешь? А, хотя ты имеешь теперь на это полное право, твой папа нас практически поженил. Слушай, а что мне еще теперь нельзя делать? Не пить, не дышать, не обращать внимания на других мужчин? Слушай, хочешь, я пранжу надену, а? А зачем ты вечно все в балаган превращаешь? Я ж серьезно. Я сам не хотел, чтобы все так вышло, но отец... Слушай, ты правда решил позвать меня замуж? Да. Ну, и как на это смотришь? На что? Ой, прости, ты про это? Послушай, Игорек, женщине от мужчины, в принципе, нужны только две вещи. Или любовь, или деньги. Деньги, как ты понимаешь, мне от тебя не нужны. Ну, как-то у меня с этим все в порядке. А любовь, извини, пока не случилось. Ты что, расстроился? Ну, есть немного, да. Я просто не понимаю. Столько лет знакомы, мне всегда казалось, что... Что? Что мы вместе. А мы так вместе. И будем вместе. Так не надо никуда спешить, ладно? Хорошо, я подожду. Ну, вот отлично. Я пойду, а то сейчас все уже подумают, что мы с тобой отправились в свадебное путешествие. И принеси из машины кофту, ладно? А то зябко стало. Вот это встреча. Привет. Привет. Так, на сегодня все. Все остальные вопросы до приезда Сергея Николаевича в рабочем порядке. Гусев? Останься на минутку, пожалуйста. Я хотел бы тебя кое о чем предупредить, чтобы потом не возникало вопросов. А если ты по поводу того, что было вчера, то поверь... Тебя это вообще не касается. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Дело в том, что у нас в компании существует определенная этика поведения, к которой мы весьма щепетильно относимся. Я догадываюсь. Я надеюсь. Я внимательно слушаю. Так вот. В твоем подчинении теперь находится более сотни женщин. И что тут такого? Ничего. Не надо меня перебивать. Ничего такого в этом нету. За исключением того, что это сотня молодых и весьма бойких женщин. Многие из которых были бы счастливы установить с тобой, ну, скажем так, особые отношения. А если еще учесть, что ты единственный мужчина в цехе, и к тому же племянник гендиректора, так вот, даже если бы ты не был нашим родственником, любой подобный инцидент повлек бы за собой немедленное увольнение. А в данной ситуации ты вылетаешь с треском не только с комбината, но и из города. Извини, мне это даже в голову не приходило. Тебе не могло не приходить это в голову, если ты, конечно, не импотент. А я боюсь, что это не так. Поэтому соблазн будет. И соблазн большой. Кстати, предыдущий менеджер в этом цехе поплатился своим местом именно за это. Ты все понял? Да. Тогда можешь идти. Да. И пожалуйста, не думай, что у нас на комбинате можно что-то скрыть. Не получится. Здесь, как и вообще в этом городе, все очень быстро становится известно. У меня все. До свидания. Ты чё кислый-то такой? Начальство поругал. Да нет. А что тогда? Игорь, что ли, прицепился? Да. Странно он у вас какой-то. Есть такое дело. Ты что это он у нас-то? Он твой родственник-то, между прочим. Что родственник? Я его видел раза два, ну три.
Игорь твой нам уже вот здесь. Строгий, что ли? Так, может, так оно и надо? Начальство все-таки. Да какой он, к чертовой матери, начальство? Сергей Николаевич начальство, Панкратов тот же. А этот? Он же в производстве понятия не имеет. Сидит, только щелки надувает. Схемки какие-то весь год рисовал. Кружочки, квадратики, стрелочки между ними. Развесил везде и думает, все, сейчас от этого все заработает. А народ в это даже врубаться не пытается. Зато потоптать кого? Если указание какое маразматическое нарушил, вот тут он король. И главное, чтобы все видели, какой он большой начальник. Так что ты смотри, лишний раз не подставляйся. Стараюсь. А Сергей Николаевич разве этого не видит? Ну как он? Ну, конечно, видит. А куда деваться-то? Любимая дитятка. Вот он всех и убеждает каждый раз, что Игорь, мол, классный специалист, он современный, а вы старпёры, и вы его не понимаете. Только я так думаю, что он себя в первую очередь убеждает. Вот, видишь, как отцовская-то любовь глаза застит. Правда, секретарша говорит, они там сплошь и рядом в своих кабинетах ругаются. А что толку-то? Я тебе так скажу. Не дай бог, что со старшим случится. Младший тут за месяц все развалит. Да, грустная история. Веселого мало. Прорвемся как-нибудь. Ну, ты понимаешь, что все это между нами? Зина, ну о чем ты говоришь? Ладно. Пойду посмотрю, что в цеху творится. Да, я схожу. Сиди. Он идет. Так. План перехват. Угу. Ты что, Надюк, давай? Нет. Тогда зеленый свет тебе, Людмила. Ты что, я буду делать-то? Не знаю. Раздеваться уже бесполезно. Тем более тебе уже дальше и некуда. Ну давай что-то придумаем быстро. А вы спойте. Или спляшите. Очень смешно. Ну а техника зачем? Алексей Александрович! У меня иголка сломалась. Обращайтесь к мастеру. А где она? Я ее что-то не вижу. Зрение у швеи должно быть 100%. Вы что, проблемы с глазами? Нет, не с глазами. Так, информация для всех. В подобных случаях нужно вызвать наладчика. Сумеете? Я думаю, что сумеете. Не первый день в цеху. Все. Спасибо за внимание. Шишич. Да, Алексей Александрович. У вас дневной нормы как? Ничего, справляюсь. Справляетесь? Зайдите ко мне. На столе. У вас много чего навалено. Вот это я спрошу, что вот это? Вот это? Да, вот это. Не знаю. Прямо так вот не знаете? Правда не знаю, Алексей Александрович. Да все вы прекрасно знаете. Это пирожки, Надя. А я тут при чем? При том, что это вы мне их принесли. И уже в третий раз. А если вы знаете, зачем спрашиваете? Надеялся, что вы чистосердечным признанием облегчите свою участь. Какую участь? Вы что, меня уволите? За что? А за то, что я
Не люблю с капустой. Хотите, я с мясом сделаю? Надь, путь к моему сердцу не лежит через желудок. А через что он лежит? В общем так, Надежда. Вам известно правило, согласно которым на нашем комбинате между начальниками и подчиненными запрещены любые взаимоотношения, кроме производственных. Да. Вы знаете, что бывает за их нарушение? Не увольняйте меня, пожалуйста, Алексей Александрович. Хорошо, Надь. Но договоримся так. Я не буду тебя увольнять, а ты не будешь мне ничего подкладывать на стол перед началом смены. Договорились? Хотите, я вам домой буду носить? Нет. Нет. Он ее под лестницей мучил. Он ее на лестнице мучил. Ой, молчи, Людка, от зависти высохнешь. Рассказывай, что было. Да ничего, про отгулы спрашивал. Когда пойду и все такое. А вместе отгулять не предложил мне? Тебе, между прочим, пока тоже предложение не поступало. Вот. Я же говорила, без современной техники не обойтись. Современной? Да твоим фокусом с иголками 100 лет в обед. Про бабушкины штучки. А вот это мы в обед посмотрим. Кто с кем, куда, зачем, ясно? Алексей Александрович! Опять. Прям иголки летят. И что сегодня за день такой? Рабочий. Молодчик смотрел? А зачем? Все же нормально было. А теперь вот... Понятно. Вы поаккуратнее, Алевтина. И пуговки верхние на халатике лучше застегнуть. Обломок отлетит, ужалит больно. А я за производственную травму отвечать откажусь. Сколько бы иголочки не виться... Алексей Александрович, вы что, за кого-то работу доделываете? Нет. Осваиваю смежную профессию. А давайте я вам помогу. Сам справлюсь. Все, что вы тут делаете? Смена уже давно закончилась. А мне нужно с вами поговорить. О чем? Почему нельзя было поговорить в рабочее время? Ну, потому что в рабочее время. У нас на фабрике об этом говорить как-то не принято. Я вас слушаю. Ты только не волнуйся. У меня к тебе очень простое и естественное предложение. Какое же? Секс. Что? Секс, просто секс. Ничего больше. И ты... Послушай, ну почему нет? Ну, хотя бы потому, что нас уволят? Вовсе нет. Ты же не будешь об этом кричать на каждом углу. И я тоже. Так кто же узнает, если наш маленький секрет будет выгодно хранить обоим? Ну, сейчас мы выглядим достаточно глупо. Если нас кто-то увидит... Ну, я же не предлагаю прямо здесь. Мы пойдем к тебе или ко мне? А я предпочел бы, что мы пошли порознь. Хорошо. Я буду ждать тебя на автобусной остановке. Люд, автобусы уже не ходят. Я не автобус буду ждать. И вот тут-то вы наконец решились. Честно сказать,
было очень нелегко. Мы договорились о свидании. Ваша честь, я не понимаю, а почему обвинение так интересует подробности сексуальной жизни моего подзащитного? Потому что именно эти подробности имеют к делу прямое отношение. Гусев, в подобных ситуациях вы можете не вникать в детали. Но какие детали? Не было ничего. На свидание я не пошел. Понял, что в моем положении просто глупо. И вообще, я искренне верил, что ничего подобного со мной произойти больше не может. Вот опять. Что, Жирнова, опять иголка сломалась? Иголка. А вы уверены, Жирнова, что они у вас сами ломаются? Вы хотите сказать, что я специально, что ли? Я хочу сказать только одно, Жирнова. Что вы опытная работница, и машина у вас исправна. Но если за два дня у вас уже третий раз ломается иголка, то вы либо вредительница, либо просто надо мной издеваетесь. А вам не приходило в голову, что я просто хочу привлечь ваше внимание? Нет. Потому что мое внимание, оно принадлежит всему цеху, а не вам лично, понятно? И что? Нет никакой надежды? Нет! Нет никакой надежды! Никакой Людмилы и даже Алевтины тоже нет никакой. А есть цех и есть его начальник. Понятно? Скучно с вами, Алексей Александрович. Чуть не забыл. Для начала я лишаю вас премиального. Если это еще раз повторится, я буду ставить вопрос о вашем увольнении. Кулибинский, плюс 24-26. Небольшой дождь. Не забудьте зонтики. Удачи вам и до свидания. Ну и хорошо. В дождик начинать новые дела – это к удаче. Так, Игорь, немцы сегодня подтвердили заказ, завтра с утра новая жизнь. Как ты думаешь, сотню швей наберем дополнительно? Да легко, весь город пробежит. Еще из окрестностей понаедут. Налегут-то. Как бы потом полсотни увольнять не пришлось, если не будет заказов новых сразу. Ну, пап, это нормально. Давление излишков, рабочие силы позволяют. Знаю, знаю, я читал. Политэкономия капитализма. Вот баб жалко, вот что. Евгений Александрович, пьет чай вам нести. Спасибо, Валентина, я возьму. Что вы, не беспокойся. Ну, вот заметь, все хорошее от них. Ты правда думаешь, что только хорошее? Валиди, не надо тебе выслушать, это скептик. М-м, вкусно. Да, кстати, Игорь, автоматы твои чайно-бульонные себя не оправдали. Ну, не будет женщин на ходу прихлебывать. Они в столовую не просто поесть ходят. Они будут размяться, отвлечься, поговорить. Себя показать, других посмотреть. И имеют право, ей-богу, потому что по часам они треть жизни на комбинате. Пап, я уже устал повторять, что содержание столовой с такими ценами – это чистый убыток. Так, устал повторять? Все, не повторяй больше. Я решил, вопрос снят. Старые твои автоматы пусть стоят. Там, где не мешают новых, не надо. А вот вентиляцию новую в первом швейном, прежде всего, попроси обсчитать и закажи проект. Срочно. Пап, да что ты в самом деле? Что мы от нового заказа-то тогда получим? Оборудование новое закупили. Так. Теперь еще вентиляцию делать. Сколько бились-то за этот заказ? Обидно, честное слово. А девчонкам в цеху париться не обидно? Не любишь ты женщины, я вижу. Ой, не любишь. Если ты про меня, то правда, я не всех женщин люблю. А что надо всех? Разум. Ну, ладно, Богу. Ладно, не заводись. Кто ты? Как у тебя с Сашей, кстати? Да нормально. Вот что означает это твое нормально, я никогда не пойму. Нормально. Ладно. Алексей как? А что? Ничего, я просто интересуюсь, как он работает. Ну, нормально. Пока ничего особенного сказать не могу. Жалоб нету, премию тоже пока не за что давать. Вот будет у него еще две линии в цехе, тогда и посмотрим, на что способен твой протеже. Кто?
Гусев Алексей Александрович. Президент на место в высшей лиге. Привет. Привет. Неужели узнал? Ну, а почему нет? Ну, столько лет прошло. Не так уж и много? Ну, все равно. Мало ли, может, у тебя список девушек уже в мобильный не помещается. Помещается, не волнуйся. А ты откуда мой телефон узнал? Мама твоя дала. Я адрес нашла в личном деле. Сходила. Из чего вдруг такие подвиги? Ну, очень захотела почему-то с тобой поговорить. Ну, поговори. А ты далеко вообще находишься? Не близко, а что? Интересуюсь, когда приедешь? Думаю, не так скоро. А что? Ну, просто встретиться хотелось. Зачем? Слушай, а что ты со мной таким тоном разговариваешь? А в каком тоне я должен с тобой разговаривать? Ну, ты что? Зря. Мало ли что когда-то было. Не сомневаюсь. Только видишь ли, я тоже другой стал. Когда ты хочешь, чтобы я устроил тебе этот праздник? А чем быстрее будет праздник у девочки, тем быстрее будет праздник у мальчика. Что? И вообще, я же денег тебе на крутую мобилу до сих пор не накопил. Так что пока. Знаешь что? Не звони мне больше никогда. Понял? За час переодеваться приходить? Набирали. Учи их теперь, а свои деньги когда зарабатывать? А что, тут правда можно заработать? Говорят, у вас в смене молодой начальник. Это правда. Не о том думаете, девушки. Вы вливаетесь в прославленный трудовой коллектив первого швейного. Гордиться должны. И на первое время вам этого выше крыши. Так что марш на трудовую вахту. Да, это тебе, Алексей, проверка боем выходит. Столько новеньких, сразу не было такого, спасибо. Держись, парень. Защекочет. И это тоже. Ты давай сразу все ставь на места. Вот тебе мой совет или приказ, понимай, как хочешь, но исполнять рекомендую неукоснительно. Первое. С новенькими построже. Хвалить нельзя. Страх потеряют. А с ним и качество. И второе. Ты к ним
присматриваемся очень внимательно. Способных продвинем, а старых, кто работать разучился, плавно так выдвинем. Ротация кадров называется. В институте проходил? Что-то я боюсь уже мимо института пройти. Дел по цеху на 24 часа в сутки. Ничего, ты у нас парень способный. Часа тебе на учение хватит. Какого такого часа? 25-го. Резервного, из заначки. Гань, не тяни, сама пусть идет. Не тяни, я тебе говорю, морщить будет. А так ты нитку порвешь. Ну что ты напряглась-то вся, как будто ты подковы гнешь. Ну, расслабься. Легче. Порвала все-таки. Вам что, Алексей Александрович, нужно что-нибудь? Да нет, я смотрю просто. Ну а нет, идите. Что вы под руку-то смотрит? Ну а ты что? Вставляй нитку. Работайте ловко. Спасибо. Тут только вот так вот надо. Разрешите? Понятно? Как у вас так ловко получается? Ловкость рук и никакого мошенничества. У вас так тоже скоро будет получаться. Вас как зовут? Наташа. Воронцова. Вы из Лиговска? Нет, из Дьякова. Ух ты! А это где? 60 километров отсюда. И как же вы добираетесь? Сюда не наездишься. Я тут теперь. У тетки двоюродной. Здесь, значит. Угу. А кто вас шить учил? Мама. Мама. Молодец, мама. Вот деревня-деревня, а дело-то у этой Воронцовой хорошо пошло. Какое дело? Оба. Наташа, винегрет передай мне, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, винегрет. Спасибо.
На, вот, держи. Мой-то вчера такую штуку отчебучил. Что случилось-то? А, мне, пожалуйста, суп гороховый. Борщ не бери, одна вода. Случилось. Даже не знаю, что теперь делать. Сразу у вас с чем? Как всегда, с грибами. А, мне тогда рыбу. У них грибы какие-то странные. На, вот, смотри. Красивые какие. И картошки побольше. Подарок. Поздравляю. Да проходите побыстрее, а то обед кончается. Было бы с чем. Он ведь не просто так подарил. Конечно, любит, наверное. Наверное. Ну, а ты? Ну, а что я? Ну, ты любишь его или нет? Я думаю. О чем? Ну, о том. Ну, теперь он намекает, понимаешь, что... Ну, мол, ну, ты понимаешь. Ну, и что ты? Я, в принципе, не против. Ну, а с другой стороны, он все получит, и все. Что все? Сколько с меня? 150 рублей. Интерес потеряет. Да ты что, как же это можно? Можно, можно. С вас 50 рублей. Алексей Александрович, а с вас 85 рублей. А вот. Симпатичные. Чего это расщедрился твой конопатый? Да понятно почему. Замуж зовет? Не, не зовет. А чего тогда? Залетела, что ли? Типун тебе на язык скажешь тоже. Да дело ясное, в койку хочет. Зачем ты так? Он ведь любит ее. Ой, ладно, все мы знаем, чего он любит. Ой, девчонки, что мне теперь делать-то? Слушай, раз такая проблема, я готова забрать и часы, и твоего конопатого. Ладно, все, мы пошли. Вы нас догоняйте. А то Алексей Александрович на нас так строго смотрит. Приятного аппетита. Бежим, бежим. Лен. Он хороший-то? Кто? Сережа твой. Хороший, наверное. Счастливая ты. Не каждый день хорошего-то парня спрячешься. Мы уже второй день в городе. Скукотища жуткая. Нигде не прячешься. Просто работы много. А он у нас человек занятой. Да? Вот, выбрался проветриться. А почему скука? В городе праздник. Тоже мне праздник. День города Лиговска. Если бы не мой папочка, я бы сюда никогда не вернулась. О, у меня такая же тема, только по другому поводу. Открытие сезона охоты. Для моего отца же это святое, он даже дом держит ради этого. А кто у нас отец? А отец у нас сенатор. Устраивает? Вполне. Мы долго будем здесь еще сидеть? А у меня есть идея. Поехали в боулинг. Здорово. А что, здесь есть боулинг? Здесь нет. Здесь ничего нет. Это в области. А ты играл когда-нибудь? Ну, я пробовал.
Возьмем вашего брата с собой? Ты не против? Ну, я с удовольствием. Это невозможно. А я хочу, чтобы он поехал с нами. С вами? Да. Прекрасно. У тебя права с собой? Ух ты. Нет, прав у меня нет. Так что этот вариант не подходит. Жаль. Отличный был вариант. Ладно. Пойду развлекаться дальше. Всем привет. Поехали. Поехали. Что-то я смотрю, у вас здесь не особенно бойкое место-то. Да о чем говоришь? Он гниет все, никому ничего не надо. Люди-то нынче другие удовольствия предпочитают. Все больше с мотором. Все торопится куда-то. А куда торопится? На скорости-то и жизнь не увидишь. А жизнь, она... Хить и все. А в былые-то времена народ тут кишмя кишело. И все парочки. Почитай, половина семей вот на этих лодочках образовалась. А ты чего один-то, а? Да, так получилось. Непорядок. Непорядок. Держи. Слушай, а у нас, девки, что надо? Одна беда, все пропадают. Работа да дом. Да еще пить моду взяли. Похлеще мужиков. Ты надолго рассчитываешь? Да, думаю, на часок. Катайся. Сколько хочешь, катайся. Я за час возьму. Наташ! Ой, это вы! Нет, это не я. Нет, постойте. Это все-таки я. Просто я вас таким никогда не представляла. Каким? Ну, вы все время в костюме с галстуком. Здорово, если нравится в галстуке и в лодке, да? Хотите прокатиться? О, нет. Да не стесняйтесь. Давайте поплаваем, здесь очень красиво. Я боюсь. Чего? Я плавать не умею и в лодку ступать боюсь. Так зачем вам плавать? Пусть лодка плавает, а вы в ней сидеть будете. Она не перевернется? Да с чего? Не знаю я. Да не перевернется, не волнуйтесь, Наташа. Ну, если ладно. Что, я вас спасу, правда. Давайте попробуем. Знаешь, я когда тебя увидел, тоже все время приглянулся. Ты, не ты? Ну, конечно. Нас у тебя много, и все, наверное, на одно лицо. Это совсем не так. У тебя другое лицо. Какое? Очень знакомое. Вот уж никогда не поверю. Нет, честно. Знаешь, как бывает? Видишь человека в первый раз, а тебе кажется, что ты знал его всю жизнь. Какая вода холодная. Даже не верится, что лето кончится. А я люблю осень. Почему? Потому что вслед за осенью приходит зима, и я начинаю любить Диму. Почему? Потому что за зимой приходит весна, и я начинаю любить весну. А потом, в общем, так до самой осени. Как интересно. Ой, тут правда очень красиво. А я что говорил? Знаешь, я всю неделю думал о тебе. Неправда. Честно. Я не знаю почему, но я был абсолютно уверен, что мы с тобой сегодня обязательно встретимся. Но ты мне это говоришь просто для того, чтобы сделать мне приятно. Конечно. Спасибо.
мне было приятно. А ты думаешь, я тебе вру? Нет, ну, может быть, ну, чуть-чуть. Не, я не понимаю, почему тебе хочется думать обо мне хуже, чем я есть на самом деле? Наоборот. Ты очень хороший. Может быть, даже слишком. Да? А что, разве можно быть слишком хорошим? Ну, как видишь, можно. Ну, ладно. Мне пора. Спасибо за прогулку. Что, уже? Может, мы еще покатаемся? Нет, мне надо домой. Я же тебе говорила, что у тетки живу. Она у меня строгая. Ты меня высади просто где-нибудь, где удобно. Саша, почему ты молчишь? Не вижу повода для разговоров. Ты чего как с цепи сорвалась? Зря мы его не взяли. Кого? Брата твоего. Странно, что ты называешь его моим братом. А как еще? Это совершенно чужой для нас человек, Саша. Это точно чужой. Не похож совсем. Да? Ну вот видишь. А говорят, что есть какое-то сходство. Слишком преувеличивают. Знаешь, мне почему-то кажется, что с ним намного интереснее, чем с тобой. Действительно надо было его взять? Да. Тогда даже ты смогла бы получить играть его в боулинг. Он же говорил, что играл. С чего ты взял, что он не умеет? У меня сложилось такое ощущение, что он вообще ничего не умеет. По жизни. Было бы смешно посмотреть, как ты стала бы его учить. И научила бы, не переживай. Ну, договорились. Я его завтра специально с работы пораньше отпущу. Чтобы он тебя на электричке покатал. Так, все, хватит, останови машину. Ты что, сейчас приедем, остановлю так. Останови, я сказал, или я выпрыгну сейчас прямо на ходу. Саша. Отстань от меня. Саша, ты с ума сошла? Так, не трогай меня, я сказала. Да послушай меня, пожалуйста. Если я виноват, извини меня. Нет, это ты меня прости, если я испортила тебе настроение, хорошо? Больше не буду. Ну, не делай глупостей, пожалуйста, я тебя спрашиваю. Действительно, не надо делать глупости. Я ее уже сделала, самую большую. Поехала с тобой. Саша. Вася, до Лиговска не подъезжай. Поезжайте, она пошутила, извините. Я не пошутила, Игорь, я с тобой никуда не поеду. Поедешь. Слушай, а какое право ты имеешь распоряжаться мной, а? Я пообещал твоим родителям, что привезу тебя в целости и сохранности. Расскажи моим родителям, что ты меня достал, и я уехала. Я тебя прошу, пожалуйста, поехали домой. Пожалуйста. Хорошо. Только я сяду за руль. Теперь я действительно пошутила. Ну вот, мы пришли. Здесь я живу. Жалко. Что, не нравится? Нет. Жалко, что так близко. А то я с удовольствием проводил бы тебя до твоего Дьякова. Так давно на работу опоздали. Ну все, я пошла. А когда мы увидимся? Как когда? Завтра. На фабрике. А, не на фабрике. Разве это возможно? Ну а почему нет, если ты захочешь, конечно. Ну нет.
Нам сказали, что к тебе ни-ни. Иначе сразу увольнение. Или вам начальство можно, а нам нельзя? Нет, нам тоже нельзя. Ну, это не надо. Наташа, я не хочу, чтобы за какой-то глупостью мы не могли видеть друг друга. Это не глупость. Это, наверное, судьба. Это кто там? Это Наталья? Я, тетя Варя. Ты что? Так ступай домой. Сейчас. Ну вот, видишь? Ну, я пошла. До свидания, Алексей Александрович. Ну что, нагулялся? Мы не думали, что ты так долго. Ждали, поужинали без тебя. Есть будешь? Я не голодная. Ну, слава богу. Ну, а вы чего не пошли? Собирались ведь? Куда? Ты смотри, у меня яблоки осыпаются. Корячились целый день. Не знаю, куда девать. О, уродилась. А пропаду тоже жалко. Натаскалась, сил нет. Завтра варенье поставлю. Праздник. Праздник он у них. У нас один праздник, телевизор. Ну что, как там было? Ничего, понравилось. Не так, как у нас в деревне. Нас вон как у вас. Варенье, яблоки. Ну и телевизор. Одна, что ли, гуляла-то? Одна. Я что, слепая? На улице кто с тобой был? Начальника встретила. С фабрики. Случайно. Случайно. Какого начальника? Нашего начальника. Смены. Ну, Гусева, я говорила. Ну? И что? Ничего. О, девка, рано ты начинаешь. Не успела приехать, уж ухажёра себя нашла. Ну, я твоей матери обещала глаз тебя не спускать. Тетя Варя, какого ухажёра? Говорю, встретила. Ну что, я виноват, что ли? А как вы такого Гусева? Из директорских, что ли? Да, племянник. О, что о? Он не такой. Такой вот. Даже не знаю. А вот ты не знаешь, и не надо говорить. Не нужен он тебе, да. Они, Наталья, из другого теста сделаны. Не ровня нам. Он простой. Ой, ой, простого она нашла. Простой. Я тебе говорю, держись подальше от этого парня. Почему? Чужой он. Никогда тебя не поймет. И ты его, да? У них своя там жизнь, другая. Они людей деньгами меряют. Не попал в размер, не нужен. Чужие люди, поняла? Ну все. Я пошла. Мне еще белье замочить надо. Ты тут это... прибери. Все. Сейчас можно? Можно. Ну что там, Осипенко? Проблема у нас образовалась.
Я тут на упаковку зашла, а там как раз его партию в работу приняли. Я коробку открыла. Мать моя женщина. А рукав то рубашки нестандартный. Как нестандартный? Вот и я про то. Я Косипенко. Так, мол, и так, брак, надо всю партию пересмотреть. А он мне, зараза. Не суйся, куда тебя не просят. Что значит не суйся? Заказ же общий. Вот. Понимаешь, там всего-то, может, пару рубашек. Как бы найти да переделать? Ты поговорил с ним, а? Ты у нас-то все проверил? Нет, не успел еще. Так чего ты отношения с Осипенко выясняешь? Ты в своем хозяйстве разберись. А я тут при чем? При чем? Да кто потом разбирать-то будет? Наш брак или чужой? Да ты что на меня орешь? Да ничего! Бабу себе найди, вот на нее и ори. Найдешь тут. Найдешь. На фабрике свет клином не сошелся. Большой, да. Жалко, что ты не приедешь. Угу. Да у нас все замечательно. Виталик все хорошо организовал, да. Он у меня очень хороший. Хороший он, Леш! У вас тут ребенок плачет. Поговори с Лешкой. Поговори с сыном. У него теперь своя родня. Ему там есть с кем разговаривать. Лучше ребенка успокойся. Лешечка, нормально все. Что ты, отца не знаешь, как всегда. Да, читай. Давай. Да, репетирует. Ага. А кто его знает, когда будет? У него разве разберешь? Леш, соскучились ужасно мы. Нет, это я понимаю. Я понимаю, что отпрашиваться неудобно сейчас. Ну смотри, Леш, а то тобой тут девушки интересуются. Ага. А ты там-то себе никого не нашел, скажи. А что значит не до любви? Это плохо, когда не до любви. Сынок, ты там счастье свое не упусти. А? Все. Что, мы будем долго собираться? Все, а? Леш, ну, идем давайте, давайте. Уже. Все, целую тебя, родной мой. Ну, хватит. Пока. Уже. Ой. Ну, все. Пошли. Ну, ребенка-то Машу-то возьмите. Куда пошли сами-то? Все хорошо? Ну что, Воронцова, как дела у вас? Нормально, Алексей Александрович. Привыкаете потихоньку? Привыкаю. Наташа. Извините. Что случилось? В голове зайдем. Чего смотришь? Слетелись орлы на семейный совет. Живого мяса поклевать. Что ты их так-то? А как? Они тебе что, что-то плохое сделали? Ну и ничего хорошего. Ну почему же? А что? Работу дали? Да. Извини, фабрику не они строили. Раньше она была общая, и твоя, и моя. А теперь только их. Значит, эту фабрику они у нас с тобой тупо стырили. Я тебе говорю, та еще семейка. Да все равно. Ну что, просто так языком-то трепали? Можно подумать, ты с ними со всеми чаи распивала. Вот еще. А ну мне надо с ними чаи распивать? Так, что ли, не видно? Папаша у них, Сергей Николаевич, приличный мужик. Старый только. А этот молодняк гнилой весь. Не знаю. Мне кажется, что наш-то Гусев вроде вполне нормальный. Да этот наш Гусев,
Это одно название, что Гусев. Вот который постарше Игорь, вот это да, наследник. В Америке учился. А это так, бедный родственник. Вообще неизвестно, откуда взялся. Его, говорят, местные Гусевы не очень-то. Ну и что это такое? Это рубашка. Это бракованная рубашка. Сшитая с нарушением всех технологических норм. Нам немцы всю партию завернули без разбора. Ты хоть понимаешь, что в нашем комбинате это недопустимо? У меня полцеха новеньких. Их же еще научить нужно. И вообще, моя смена — это не весь цех. Если твои обязанности не входит смотреть за тем, что происходит в другие смены. Ты поставлен здесь, чтобы отвечать за свою. Вот и отвечай. Хорошо. Я отвечу. Этот брак должен быть исправлен, и он будет исправлен. И когда же ты собираешься это делать? Придется вызвать работниц в выходной день и работать без оплаты. Насколько я знаю, ты предпочитаешь проводить свои выходные дни в другом месте. Конечно, предпочитаю. А еще лучше иметь водительское удостоверение и спортивный автомобиль. А в школе нужно было хорошо учиться. А может быть, в рубашке родиться? Так тебе ждали, рубашку-то вроде. Так она, по-моему, бракована. Все сказал? В принципе, все. В таком случае теперь скажу я. Брак всей этой партии – это вина прежде всего начальника, а не работницы. Надо смотреть за ними, а не в любезностях рассыпаться. Не понял, ты о чем? О чем? Я только что своими глазами видел, как ты пытался заигрывать с какой-то смазливой девахой. Я с ней не заигрывал, я пытался ей объяснять. Объяснить ты пытался? Расхаживать тут по цеху, красавец. Понятно, почему они на тебя смотрят, а не на шов. Ну что им теперь? Противогаз нацепить? Что бы девчонки сказали, если бы увидели сейчас нас вместе? Ну, что такое? Встретили случайно. Идем, разговариваем. Ну, конечно, случайно. Кто бы мне поверил, что я вот так просто гуляю с племянником Гусевым? А, так значит, все дело в том, что я Гусев. Конечно. Да, никогда не думал, что моя фамилия может мешать мне встречаться с красивыми девушками. Я думаю, что я такой же, как все. А вот и нет. Все – это те, кто у нас рубашки шьет, а не кто в кабинетах сидит. Ну, до кабинета мне еще далеко. А рубашки, между прочим, не хуже других шить. Да ладно вам. Вам. Извини, тебе. А потом все знают, что и года не пройдет, как тебя до кабинета поднимут. А вот в этом я как раз не верю. А если я поднимусь, то поднимусь сам. Вот без чьей-либо помощи. Конечно. Не веришь? Верю. Не знаю почему, но тебе верю. Не надо. Неправильно это. Нам нельзя. А мне плевать. Ох, вот как. А как же я? А мне-то куда деваться потом? Обратно к себе в деревню? Наташа, я знаю, что я говорю. И вот тут, Алексей Александрович, вы мне как раз поверите. Я пойду. Наташа! Здрасте! Алексей Александрович. Привет. А ты что здесь делаешь? Да вот, белье стираем. Зачем? Действительно, зачем? Ну, жалко выбрасывать, она новая, пока я еще не накопила. Неожиданно-то как. А ты здесь живешь, да? Да, здесь, Алексей Александрович. Может, зайдем ко мне на минутку? Я стол накрою, чаечку попью. Да нет, спасибо, я спешу. А, ну, конечно. У вас на всех времени не хватает. Это о чем, Наталья Евтеньевна? А то вы не понимаете. Вот я понимаю. С новенькими-то поинтереснее будет, да? Вот ты о чем. Да, я все об этом. Сердце-то не прикажешь. Хватит. Встретились. Случайно. Поговорили. То есть разговор у вас не сложился?
Почему? Очень даже сложился. А почему она так быстро убежала? Тебя испугалась. Ты же любопытная, сил нет. Это очень плохо, что у такого мужчины нет сил. Так. И женщину не удержать, и беседу не поддержать, да? Ты о чем другом можешь говорить? Не могу, Алексей Александрович. Пыталась, не получается. А вы о чем с Францовой разговаривали? О том, что на фабрике у нас у всех длинные языки. Что, мы теперь ни с кем из комбинатки встретиться нельзя? Вам? Нельзя. А вам? А нам можно. Да и было бы с кем встречаться. У нас на комбинате очень сложная ситуация. Вот стоящий мужчина – это начальник. Угу. А остальные все, ну так, не то, не сё, наладчики. Так поезжайте в другой город. Там на фабриках, говорят, никаких дурацких запретов нет. С удовольствием. А давайте вместе. Я вот только сейчас переоденусь и… Не надо. Хорошо, не надо. Тогда мы налегке поедем. Мне нельзя. Как так? Я ответственный. Понимаю, очень жаль. Ну, всего хорошего. До завтра. А что завтра-то? А завтра у вас будет прекрасно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, я чувствовал себя на работе очень неуютно. Ну, это понятно, вы же нарушили правила. А в тот момент у вас, видимо, еще сохранились какие-то остатки совести. А при чем здесь совесть? Мой подзащитный попал в эту ситуацию именно благодаря запрету, который не просто противоречит нашей Конституции, а, на мой взгляд, средневековье какое-то. Господа, мы не будем здесь обсуждать правомочность фабричных правил. Позвольте, ваша честь. Что значит средневековье? Подобные правила у нас общеприняты. А вы считаете, что средневековье не может быть общепринятым? Господа, я прошу вас. Хорошо. Представьте, что этого правила не было бы вовсе. Что бы изменилось? Ничего. Потому что в нашем обществе еще сохранились какие-то нравственные нормы. А вы, господин Лавровский, защищаете разврат! Господа! Уже тысячу раз доказано, что свобода отношений вовсе не означает разврат. Я вам больше скажу. Если бы не это злополучное правило, скорее всего, дальше взаимной симпатии дело бы и не зашло. А так Гусев и Воронцова, по сути, стали заговорщиками. И одно это уже просто толкало их друг к другу. Господа! Хватит, в конце концов. И не забывайте, где вы находитесь. Прошу прощения, ваша честь. Извините. Это суд. А суд в данном случае интересует не ваше словоблудие, а показания обвиняемого. Ваша честь, я не хотел нарушать запрет. Я пытался справиться со своим чувством. Но не смог. Черт! Зина! Смотри, какая способная оказалась. Кто? Воронцова. Что она сделала? Да иглу сломала. А ну что ты в самом деле, что человек не может просто так иглу сломать? Просто так знаешь, что бывает? Да она ж на простых швах сидит. Домоводство, 5-й класс. Из чего вдруг игле полететь, а? Ну, не знаю. Зато я знаю. Сейчас смотри. По-любому цирк будет. Что случилось? Иголка полетела. Бывает. Ну, что мне делать теперь? Чуть-чуть менять. Правда, у нас сейчас новые правила, без начальника смены не обойтись. Иди в конторку, по-моему, там сейчас. Ну, давай, давай, шевелись. Александрович, вот иголка сломалась. Наташ, наконец-то. Я все искал повод поговорить с тобой. Нет, правда, иголка. Да черт с этой иголкой, да. Я тебе там Воронцову послала. А, ты же здесь. Да, здесь. Плохо начинаете. Воронцова.
Я уже хотел ставить вопрос о переводе вас на более сложный участок. В перспективе, может быть, даже о постоянной работе. Видимо, рано. Алексей Александрович, я не понимаю, но это же просто иголка. Просто иголок у нас не бывает. Это все от нежелания, либо от неумения учиться работать профессионально. Почему нежелание? Я же не специально. Еще не хватало, чтобы вы это специально делали. Аккуратнее надо работать. Еще раз такое повторится, я вычту вас из зарплаты. Все, идите. Идите, вызовите наладчика и продолжайте работать. Ты че это, а? Александрович? Зря ты так хорошая девчонка-то. Я вообще не понимаю, что ты с этими иголками заморочек себе нашел. Была причина. Ты думаешь, она сейчас заработает лучше от того, что ты на нее танком наехал? Полсмены теперь реветь будет. Ну, что я говорила? Да ладно тебе, Аль, попала девка ни за что, ты радуешься. Ничего, лишний раз не помешает. Что не помешает, Аль? Убедиться в том, что все начальники козлы, все мужики сволочи. Ты все-таки Алька стерва. А что? Будет знать, как иголки Куда это собралась? К подружке. Какой подружке? С фабрики. Мы с ней в одну смену работаем. Угу. Она меня к себе в гости позвала. Так поболтать. Ну все. Все, тетя Варь, давай. Помирай давай. Уж и поговорить с тобой не о чем. Ну не надо, тетя Варь. Ну я так каждый день дома сижу. Ну что мне с вами на привязи сидеть? Все, я пошла. Ну иди, иди. Кто тебя держит-то? Только смотри, чтобы не поздно. Ты ведь знаешь, я не лягу, пока не придешь. А мне волноваться нельзя. Давление у меня. И не надо волноваться. Я ненадолго. А потом ты рядышком. Рядышком. А то я не знаю. Усвести, не знаю, куда. А потом дожидайся ее. Ничего, что так долго ждал. Да какая разница? Прости меня, пожалуйста, за все, что случилось. Да ладно. Я же потом поняла все. А сначала, конечно, обиделась страшно. Я какой-то совсем сумасшедший стал. Почему? Вообще не знаю, что со мной происходит в последнее время. Но с тех пор, как мы с тобой встретились. Там, в парке. Слушай, пойдем отсюда куда-нибудь побыстрее. Боишься? Что нас увидят? Боюсь, если честно. Просто мне надо быть с тобой вдвоем. Только вдвоем, понимаешь? Я так устал, что кругом столько народу, и все смотрят на нас. А знаешь, тут в конце улицы есть лес. Ну, я, конечно, одна бы туда ни за что не пошла. А с тобой мне не страшно. Ты же меня не обидишь, правда? Пошли. А у нас в Дьяково места тоже очень красивые. Мы раньше хорошо жили, когда совхоз был. Мама была дояркой, папа автослесарем. Ой, смотри, какая березка веселая. У меня во дворе очень много деревьев. И представляешь, я всем дала имена. Я, наверное, какая-то несовременная.
У нас из деревни все ребята уехали. Одни бабки остались. А с ними поговорить-то не о чем. Когда выйдешь замуж? А за кого замуж? Нет никого. Ну вот я сидела. Ну, конечно, я, как все, после школы поехала в институт поступать. Приезжаю. Одну ночь в общежитии переночевала и сбежала. Наверное, испугалась чужими людьми жить. Леша! Я здесь! Ну вот. А потом в газете прочитала заметку, что в Лиговске на комбинат добор. Мне мама говорит, ну поезжай. Тем более там тетка Варя. Но она, конечно, дальняя родственница, но все-таки не у чужих. А знаешь... Я начала забывать запах леса. Я вообще все запахами меряю. В хорошем месте, как у хорошего человека, не может быть плохого запаха. Я когда по дому скучаю, я начинаю запахи вспоминать. Ты чего? Ничего, просто слушаю тебя. Да ладно, пою, как глупая птица. Тебе, наверное, со мной совсем не интересно.